Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Так, давай-ка глянем, что у нас за ежедневки. Значит, выиграйте игру растением-героем-умником, нанесите 20 единиц урона Нептусию и 5 многопользовательских игр нам нужно выиграть. Так, ну что, растение-умник, это у нас, если не ошибаюсь, орех. Он, по-моему, у нас идет как умник. Мы, конечно, можем посмотреть. Нет, ребят, не этот. Умник у нас вот. Зеленая тень. Умник у нас идет. Так, пока только зеленая тень. Цитрон идет умником. Роза. И все. Так, ну давай попробуем за зеленую тень тогда выиграть. За умницу зеленая тень. Надеюсь, у нас получится. Может быть, конечно, не с первой попытки, но получится. Так, и мы против профессора. Против профессора мы будем драться. Так, слушай, ну, как бы, вроде бы как бы и неплохо, но в то же время. Но в то же время, да? Смотри, что творит. Ты смотри, что он тут вытворяет. Убираем этого хламона отсюда. Нечего ему здесь делать. Он захотел дополнительную энергию хапать. Давай-ка вот без этого. Я бы удивился, если бы у него был бы еще один такой же. Так, смотри, он делает шаманство. Значит, он ищет, ребята, какое-то заклинание. Ну, как ты понимаешь, он его не находит. Так, смотри, что он вытворяет. Ха. Давай сделаем так. О, неплохая карта. Ну давай я, наверное, сделаю вот так вот. Попробуем. Кровожадность и прочерк берет, ради бога. Так, ну что там, заклинашку? А сюда стоит? А почему сюда не стал стоять? Я не знаю, ребята. Какой-то план у него, может быть, есть коварный, которого я пока еще не знаю. Какой-то коварный план у него есть. Угу. И это все, да? И это все, что ты мог сделать. Так, давай-ка мы, наверное... Что бы нам тут лучше сделать? Да пока ничего я не буду делать, ребят. Угу. Так, этого убираем. Вытягивает карту. В кого он там сейчас превратится? Ну, понятно. Абсолютно, друзья мои, ничего страшного в этом нету. Даже вот так вот, да? Ну а что, если я сделаю вот так? Что ты на это мне ответишь, парень, а? Эх,
размещает танцовщиков. Так, у нас сейчас работает защита. Пока ничего делать не буду. Так, ну что, здесь, наверное, будет... Ой-ой-ой-ой-ой, как тебе повезло. Но он, по-моему, сверху бомбит, да? Он только сверху бомбит. Он на ландшафте ничего сделать не сможет. Ага, все на этом? Судя по всему, что на этом все, ребята. Так, я ставлю вот так. И ставлю вот так. Поехали. Ну что, Епро, Елпро, до свидания. А что вы хотели, друзья мои? Ну, такая вот зеленая тень у нас, коварная, да, коварная. И это хорошо, что она коварная. Так, в общем, мы выиграли героем-умником. Вот теперь за Нептусь, друзья, за Нептусь играть... Ну, сложно мне за нее, конечно же. Я уже неоднократно, ребят, пробовал, пытался. И ты видел итоги. Так, у меня Нептусь на спортивной колоде, а это не в мете. Мы это прекрасно знаем, поэтому можно заменить. Можно переменить, ребята, из нее сделать немножечко другую колоду. Если мы сделаем вот так, допустим, вот так. Еще две карты я могу взять. Спортивный зомби, я думаю, что пока нам не нужен. Понимаешь, если нам достанется с могилоедами, чувачок, баба 192, привет, привет. А вот это вот, зачем нам два этих? Два нам не нужно. Я в ролике, да, ты в ролике, как видишь. Подожди. Подожди секундочку. Дай-ка мне сообразить получше, что мне тут лучше сделать-то. Может быть, поставить вот так. Еще одного пирата. Вот это вот, наверное, нам не надо будет. Мне так кажется. Так, так, так. Да и эти тогда, получается, наверное, тоже нам не нужны будут. Или все-таки нужны? Давай валуны возьмем тогда. Штучки две. Слушай, ну если спортивная колода, можно, в принципе, и вот этого взять. Ну, давай попробуем вот такой колодой. Конечно, я практически всех спортсменов поубирал. Тренера оставил. И здесь нам достается бабах. Здесь нам достается бабах. Ладно, как-то вот этого реализовать. У меня ландшафта, по-моему, здесь не взято. Вот что я сейчас подумал, ландшафта-то нету. Есть первый ход, есть второй, но вот этого он наверняка будет преследовать. Почему-то мне так кажется. Ладно, я пропущу пока здесь ход. Нет, парень, так дело не пойдет. Убираем его отсюда. Хм. Ну, давай так сделаем, посмотрим, что у него там есть. Наверняка какая-нибудь бомба есть. Горячка или еще что-нибудь в этом роде. Оу. Орех. Так, погнали. Ежевичка?
Так, ладно. Я не знаю, ребята, есть ли у него могила Ед. Я хочу просто поставить сброс. Рикошет. А, он заклинах утратит. Вот так даже. Жалко, погибает. Ну, давай я вот так вот сделаю. Посмотрим. Прокачивает. Так, ну что, ребята, убираем этого тогда отсюда. Поехали. Ага. Что мне сделать? Один или пять? Короче, я сделаю вот так вот. Пока хорош. Но это ему не поможет. Все? Получается, что все. Давай так сделаем. Блин, ну мне опять же не хватит, ребят. Ну давай так сделаю. У него должна быть горячка, у него должен быть пузырь. У него также есть еще дождь, насколько я помню. Могилоед, ты прикинь? Ребята, у него был могилоед. Это плохо. Это плохо. Ну, что мне от этого вируса? Твою налево, блин. Мне от этого вируса ни холодно, ни жарко. Блин, два в лицо, и здесь защита. Поехали. Сделаем так. Дальше сделаем так. И вот так. Черника. Че, он будет прокачивать чернику, что ли? Ага, вот он что делает. Давай кого-нибудь сдуем, я не знаю, кто тут у нас улетит. Не очень приятно. В кого? Сюда, надо же. Ну что ты даешь мне? Ну твою-то налево, а? Некого, ребят, мне поставить. Ну некого. Вот хоть ты тут что делай. Даже если я применю... А, все, у него фруктовый микс. Ну не повезло с картами тут. Конечно, вообще бредятина полнейшая. Тренер мне не выпал, это мне не выпал. Но в любом случае 20 единиц урона нанести надо будет. Ни одной легендарной карты. Вот только в конце сейчас дали этот, который увеличивает, прокачивает всех на 1 плюс 1.
Вот, тренера мне не давали. Давай так попробуем. Видишь, могилоед мне, конечно, подосрал. Я не думал, что он у него есть. Он ждал, видимо, до последнего, да? До этого он его не применял. Так, ну, сам видишь, что здесь у нас выступает орех в доспехах. Кактус он поставил, да? Ну ладно, пускай будет кактус. Посмотрим. Угу. Это вот парень, не надо ставить здесь свою всякую шалупень здесь выставляет. Так, пропускаем. Помидорочка, помидорочка. Давай, поехали. Значит, он на хилах. Давай так попробую. Так, ну что там у нас дальше пойдет? Даже не знаю пока. Наверное, буду ставить тренера. Ой, тренера. Этого паренька, наверное, буду ставить. Угу. Вот его и выкинем отсюда. Жалко, этого, конечно, уничтожат. Посмотрим, что сейчас будет. Опа, орех вылез. Так, мы его замораживаем. Ну, естественно, уничтожаем. У него наверняка есть бомба. Наверняка, ребят. Сейчас глянем, есть ли у него могилоед. Нет, он выставляет опять орех. И берет защиту. Он испугался, да? Ладно. Давай я так сделаю. Ну, ё-моё, ну что это? Решил прикрыться розами, да? Ой, розой, ну понятно. Это все, на что его хватило. Понятно, что здесь пробьем. Благо, у нас еще есть пиратик, так что я особо сильно не переживаю по этому поводу. Хочу посмотреть, что он там еще сейчас будет лепить. Стена орех у него. Я тебя понял, парень. Погнали. У него стена орех. Так, дальше что нам делать?
Помидор. Ну, этому помидору крышка, понятное дело. Это мы заморозим. А, подожди, это мы не... А, ну да, заморозим, в принципе, ребят. Это мы замораживаем. А здесь поставим вот так вот. Блин, плохо будет, если у него сейчас... Нет, у него ничего не упадает. Посмотрим, что он сейчас будет тут делать. Че, могила едов не взял, что ли, парень? Он не взял могилоедов. Угу. Восстанавливать здоровье. Так, ну что? В заморозку. В заморозку. Поехали. Жалко, конечно, что уничтожили его. Хм. Хорош. Надеюсь, бомбы у него нету. Да ладно. Так, надеюсь, сработает блок. Он не сработал, ребята. Он не сработал. Ну, не получается у меня за нет. То есть, что я могу сделать? Неспортивная колода ничего не вручает. Ни для кого, наверное, это не секрет, что за Нептусь у меня не выходит играть. Ну что, ребят, погнали. Нам нужно выиграть еще 3 многопользовательские игры. И у нас выступает Роза. Что так серьезно все, а? Сундук. Ну давай проверим Розу сразу же на храмулю. Есть, потратила. Будем знать, ребят, что больше ничего у него нету в руке до тех пор, пока не сработает броня. Так, пропускаем. Ландшафт, ну, в принципе. На бобовых, что ли? Ладно, поехали. Бобовые так бобовые. Рэй, я... Вы такое впечатление, ребят, вы записываете, ко мне идете в друзья только для того, чтобы попасть в видео. Это не дело на самом деле. Это мне не нравится, пакость. Эта пакость мне совсем не нравится. Подсолнух ему здесь ставит.
Я, наверное, вот так вот сделаю. Гол сыграем. Сейчас пока не могу. Он ему дал дополнительную энергию, да? Значит, получается. Если я сделаю вот так. Он, конечно, поставит кого-то сюда. Только вот кого? Дело дрянь. Пять в лицо, ой, как неприятно. Ой, ребят, как неприятно пять в лицо-то получать. Прекрасная выпала карта. Угу. Все? Ну, понятное дело, что сейчас его уничтожим. Тем более, когда так сделано. Прям под стать. Карту, конечно, ты вытянул вообще, ну, ни туда, ни сюда, а. Ни туда, ни сюда. Да, интересно. Но это выкидываем сразу птичку отсюда. Зато я буду знать, кто у него. Так, это меня как-то не особо волнует. Погнали. Так, пока защита не сработала, ребят. Смотри, что творит, а? Так, ладно, мы этого переместим сюда. Этого мы переместим сюда, тогда получается. И... да и все пока. Вот это, конечно, бесяво. Она ему сейчас даст энергии, блин. Где мои все ландшафты-то, ёпарсеты, блин? С подсолнухом с вами достал уже в корень. Просто в корень. 5 и 4, да, получается. Значит, делаем вот так. И вот так. А там уже смотрим, кто... кто там будет, понятно. Все на этом. Я еще ни разу с тобой не играл. Да много кто со мной не играл. Я думаю, что этого замораживать не стоит. Пока, мисс. Сделаем немножко по-другому. У нас сработает защита, так ведь? Тю-тю-тю-тю-тю. Пока ничего не будем делать. Дело дрянь, друзья, дело дрянь. Блин, он тоже ждет, ребят, защиту хочет. Защита сейчас у него сработает. А я, наверное, этого спрячу. Наверное, сделаем так.
Я этого спрячу, чтобы он не смог. Блин, так это в защиту все равно пробьет. Так, этого спрячем тогда. Поехали. Вот, вот у него сработала здесь защита, ребята. Ну, сейчас, естественно, отхиляется он. Что-то, мне кажется, здесь у меня не получится, ребят. Рикошет зомби. И все? Еще этого поставил сюда, да? Так, у него заклинание, ребят, какое-то есть, но вот какое? Здесь я ничего, ребята, сделать не смог. Как бы я ни старался, ничегошеньки. Да, мы с тобой ранг, пожалуй, сегодня набьем. Давай-ка я тогда попробую, ребят, на нашем орехе быстренько отыграться. Да не буду я сейчас играть, ну ё-моё, ну вот. Я больше никого в друзья добавлять не буду. Вот, ребята, я вам официально говорю, даже не просите, надоело мне вот это вот все. Если видишь, что человек не отвечает или что, какого хрена лезть-то, ё-моё? Тут бесит, вымораживает вот это все фигня. Ой, уйди, уйди отсюда, а. Так, ну что, у него кровожадность наверняка будет. Поставить можно, в принципе... Сейчас посмотрим, кого он там будет выкидывать. Никого, да? Тогда сделаем вот таким вот образом. Потратился, и ладно. Если так, что скажешь? Ничегошеньки не стал ставить парень. Это его дело. Угу. Ну давай сделаю вот так, ягоду. Так, что у него, кровожадность, наверное, будет? А, в надгробие прячет. Прячет его в надгробие. А дальше кто? Шалопайка это, ковбойша или кто у тебя там будет? Ну да, скорее всего именно она. Ну ты, парень, ты завязывай с этими пакостями-то. В принципе, все, ребят, ожидаемо. Все это было ожидаемо. Так, ну что дальше делаем? Погнали, сделаем так. Сделаем вот так вот. Кровожадность, наверное, кстати, будет у него. И вот так. Только кровожадность его здесь поможет, спасет. Он делает заморозку. Напрягает, если честно.
Давай так сделаю. Я сделаю вот так. Поехали. Все? Ну, тебе, парень, тогда не повезло. Ой, сейчас прокачаемся от души просто, друзья мои. Так, этого уберем сейчас. Так, подумать бы надо. Или же поставить крахмал. Крахмал будет делать добор, соответственно, мы будем прокачиваться. Как вариант. Ну и чего ты? Что ты там задумал? Все, ребята, по ходу дела парень сдался. Походу сдался. Жаль. Ну да, он ничего абсолютно не стал делать. Короче, увидел, что у меня тут происходит, и решил пасануть. Ладно, фиг с ним. Я, конечно, больше люблю, когда заканчивается настоящей победой, когда разбиваешь лицо вражине. Ну, тут ничего не разбили мы. Так, это только две победы. Нам еще нужно три, ребят. Три. Три. Поехали. Блин, как-то надо научиться играть за Нептусь и за профессора. Я на самом деле их, ребята, очень как бы избегаю этих, ну, персонажей, этих героев. Но на самом деле надо. Надо подобрать какую-то колоду хорошую. Там есть из чего собирать. А вот за профессора, ну, сложно. Так, давай я попробую поставить кактус. Угу. Два в лицо сразу же. Причем этот урон не блокируемый. Он сейчас кого-то поставит, да, сюда? Хм. Никого не стал ставить. Он делает заморозку. Заморозку он, да, потратил? Зачем ему нужна была заморозка? У него колода на заморозках? Или что? Так, хорошо, что я не стал ставить ландшафт, ребята. Ландшафт поставил он. Ну что, он наберет энергии, я не спорю. Так, ну, во-первых, мы сделаем вот таким вот образом, это раз. А во-вторых, я кактус уберу оттуда. Пускай лучше бьют в лицо мне, если так хотят. Я хильнуться в любой момент могу, так что... потратил бонус на атаку, ради бога. Чем больше он потратит всего, ребят, тем лучше это для меня. Если он решил сыграть на спортивной колоде, ну, флаг ему в руки. Так, ну это понятно. Короче, он, ребят, решил, наверное, превратить здесь с помощью кровавой луны все, да? Это единственное, что мне приходит в голову. Ладно, посмотрим. Ха-ха, шаманство. Ну, потратил. Я же все равно, ребята, его... нет, не захилю. Не захилю, я могу только прикрыть. Через орех его. Либо через этот, либо через этот. Тут два варианта. Так, три...
Сделаю, короче, вот так вот. И, наверное, вот так вот. Посмотрим. Так, этот в лицо получил. Так, он две карты сейчас будет вытягивать, да? Хорошая, хорошая карта. Ну, правда, я пока... Значит, посмотрим, кого он поставит. Либо мы этого будем уничтожать, либо еще что-нибудь другое. Но он метит явно на кровавую луну. Вот прям явно, ребята, метит на кровавую луну. Давай попробуем. Гаргантюашек. Ну, я понимаю, на что идет акцент. Зомби-астронавта. Ну, это потенциально он еще в лицо получит. Я бы ставил сюда бы тогда. А, ну он прикрылся от урона, наверное, да? Ладно. Так, итого у него 11 здоровья. Здоровье. 11 здоровья, ребята. Что он сейчас будет клепать? До ореха мы еще не доросли. До вот этого ореха. Ему нужно сделать, чтобы у него блок пропал. И тогда бы мы ему лицо разбили. Он опять за свое. Он опять за свое. Ладно, я поставлю тогда орех. Сюда, наверное, я его поставлю, да? Нет, тогда туда придется лепить. Угу, а вот у него что. Ну, вот это вот глупо, потому что, во-первых, ну сейчас ты урона получаешь, можешь не волноваться. По этому поводу я, ребят, нисколечко не волнуюсь. Сейчас знаешь, сколько будет? Смотри внимательно. Сейчас сразу же два срабатывает. Само собой в блок ему это все прилетит. Нет, ему в блок не прилетело. Тогда ему сейчас прилетит, ребята, в лицо просто. Ну и там все, и там уже распишем его. Ой, как он хочет, ребята, эту кровавую луну, или как ее там заюзать? Но ведь не получится. Но ведь не получится, парень, у тебя это все. Пойми ты это, наконец. Да, кровожадность. Ну и ты думаешь, это тебе что-то даст? Ну перемещаешь ты, ну куда ты переместишь его? Ну куда? Ну и все. Бамс. Бамс. И добьет вот этот. Все, ребята, тут... тут безвыходное у него было положение. Хоть ты тут закругляйся, хоть ты тут забегайся по карте, по арене. Здесь, да. Здесь сопротивление было бесполезно. Еще, ребята, сколько там получается? Еще две игры надо нам выиграть. Мне надо, кстати, на кухню сбегать. Посмотреть, как у меня там куриные ножки не сгорели или в духовке-то. То и поставил 240. Жару-то. Блин, и не оторваться-то. Так, ребят, наверное, я сейчас после этого поединка сбегаю и посмотрю. А иначе они там у меня сгорят или высохнут просто. Просто чувствую, запах уже идет какой-то. Курочки. Опа, опа, опачки. Какие опачки. Ставит он мне здесь. Угу.
Сейчас посмотрим, ребята, его на прочность. Ну, я имею в виду, будет ли он тратить заклинание. Скорее всего, будет. Угу. Флакончик потратил. Флакончик, будем знать, что у него был флакончик. Это, кстати, ребят, хорошо, потому что у меня, так как тут больше акцент идет на орехах, и он потратил. Ну, может быть, у него, конечно, не один флакон, а 4 флакона с собой. Тут уже, как говорится, все будет по-другому. Нам надо будет поставить вот эту вот ромашку, а потом жабу реализовать как-то надо будет. Но я боюсь, что если он начал на Гаргантюа играть, то он, скорее всего, на них и продолжит. Он не покидает, ребята, желание. Ты видишь, что он не покидает. Сейчас кого-то поставит здорового. Я думаю, что я этого переживу, ребят. Давай сделаем вот так вот. Ну, уничтожишь ты мне его, и что? На тебе. Так, ребят, мне сейчас нужен в данный момент орех. Я что-то его не замечаю, вот он. Ой, орех, гриб. Блин, ты посмотри, а. Ну ты посмотри, что он творит. Так, с этим разобрались. Кукуруза. Кукуруку, блин. Кукуруку, это, конечно, хорошо все. Давай, наверное, немножко хильнусь все-таки, капельку. Пропишем ему в лицо 4 урона. А, у него же еще 2 энергии. Он не стал тратить ничего, да? Блин, если даже кукуруза, на ком? На ком ее, ребята? Она только на цветочках работает. А у него там гаргантюахи одни остались. Орех я пока не могу реализовать. Ставить... Пикалинат этот, как его, пикалинат? Пиканолит. Пиканолит. У нас с ним щекотливая ситуация. У него 11 хп, у меня 12. Карта у нас одинаковая, 5 на 5. Но у меня одна карта на столе лежит. Кого он сейчас поставит, я не знаю. Давай сделаем так. Доп энергию возьмем. Я уже сомневаюсь, что у него там будет за 2 энергии кто-то. А жаба мне нужна для того, чтобы она дала нам дополнительную энергию на следующем ходу. Вот что он делает, смотри внимательно. Ага, и сейчас 3-1 сделает. Ну, 3 урона основному и 1 единичку левому. То есть потратьте заклинание. А, он сейчас на это рассчитывал. Все, я понял. Ну что я могу сказать? До свидания тогда, получается. Сейчас тебе запускаю в лицо. И все. И пробиваем. Защиты у него нет. Он... Ну, единственное, что, конечно, ребят, если он кого-то сюда не поставит. Это единственный вариант. Тап-тарап. Убил. Убил мою жабоньку. 5,3,8, да, получается? Он даже так решил сделать.
Ну что, друзья мои, я, наверное, предлагаю сделать следующим образом. Вот так. Арбуз даже... Нет, арбуз не будет лучше. И вот так. Ну, не сработало, ребята, фокус. Что я могу сделать? Надо было все-таки арбуз ставить. Ладно, ничего страшного. Отличная карта выпала. Нет. Сейчас табло будем бить. Да, ребят. Он меня вынуждает. А, табло не получится разбить. Делаем, короче, так. И, наверное, вот так вот. Ой, посмотрим. У него одна карта. Блин, да быстрее давай, у меня там курица уже подгорает. Мне надо идти на кухню, бежать, сломя голову. Ну давай ты, твою налево. Как тебе там? Эксилантес. Эксилантес, да. 33-го ранга. Все, короче, обделался он, ребят. Он обделался и сдается. Ну, может быть, оно и лучше. А, нет. Ошибочка. Ну что, всем в лицо. Это делает у нас вот этот орех. Если, конечно, он сейчас опять какую-нибудь проказу не сделает. Я все забываю, что здесь у него этот стоит. Блин, не по... А, ну да, не получится пробить. Твою налево. Я же забыл, что тут этот страж стоит. Естественно, орех-то бомбанет. Но он уничтожит что? Он уничтожит только его. Ну и вот этого. Блин, да как ты долго тянешь тут, а? Сусляндию свою, блин, несчастную. Мы можем через кукурузу, наверное, сделать. Если поставить сюда, этого уничтожить. Как вариант. Сделать вот так. И вот так. И при всем при этом еще сделать вот так. Годится? Я думаю, да. Я в любом случае могу этот орех реализовать. Ну, пускай даже в лицо ему не задем. Но я уничтожу всех, кого он сюда поставит. Потому что он очень специфически, ребят, работает. Размещает стен ореха на каждой линии на земле. Наносит 6 единиц урона на этих линиях. Понимаешь? На каждой линии по 6 в лицо. То есть 18 в минус, если здесь никого нету. Ну, он вот что делает. Флакончик у него был. Хе-хе-хе. Флакончик, ребят, это самое тупое, что я видел когда-либо. Просто использовать флакончик для того, чтобы... Ну, ладно. Все по ходу дела, да? Нет. Опять он взял этого за сруля. Как же ты мне дорог, а? Погнали. Сделаем так. Сделаем так. Да и сделаем вот так вот. Поехали. Что ты там сделаешь? Я даже не знаю, что ты там можешь сделать. Куда твой? Ну, этому яйцу не суждено, ребята, реализоваться. Добью его. Я добью, ребята, его. Могилоед. Отличная карта, но здесь она немножко, ребят, не подходит. Да все, хорош с ним сюсюкаться здесь. Что он сейчас сделает? Здесь яйцо, понятно. Здесь он еще, типа, поживет. А дальше? Вперед из песни. Вперед из песней. Давай так, тут уже... Тут уже наверняка, ребята, будет. Пробивной.
Кто там у тебя вылупится? Сундук. Ну, я тебя поздравляю с твоим сундуком. Экселантес, ребята, отдупляется. Ну что, в общем, еще одну победу нам нужно сделать. Ребят, я сейчас ненадолго сбегаю на кухню, гляну там, как у меня процесс жарки идет. Точнее, запекание. Увидимся, вы даже не заметите, что меня не было. Так, ну что, ребят, продолжаем. Что-то я совсем уже запамятовал. У меня же таймер стоит. Я же на таймере, ребят, все. Ставлю на часок и этот... Пошел, у меня там еще 10 минут осталось. Думаю, нафиг я бегал. Ну, ладно. Лучше перебдеть, как я говорил, чем недобдеть. Ну что, нам нужно еще один, ребят, последний поединок отыграть. Мы перейдем тогда в 39-й ранг. В следующей серии, наверное, попробуем взять 40-й. Кстати, а что у нас тут за задание? А, ну да, 5 этих выиграть. О, 17-го уровня профессор, мозговая атака. Что-то как... Да ладно, блин. Болгарских персов надавали. Блин, ну вот этот вот пузырь вот в данный момент вот, вообще, ребят, не в тему. Он сейчас будет либо кого-то выставлять за энергию, либо добор делать карт. Добор карт держит, придерживает для чего-то. Серьезно? Ну, обмен получится. Ох, как ему, ты посмотри-ка, а? Ну, это просто фарт, ребят. Это просто фарт какой-то для него был сейчас. Ты, блин, серьезно, гаденыш, это все делаешь, а? Ты это, блин, сейчас серьезно все делаешь? На танцорах? Не, ну я знаю, что есть, ребята, колода на танцорах у него, но я не думал, что он сейчас будет ей прям пользоваться. Помидорушка. Помидорка, выручай. Ставим так. Ну, доборы, заклинашки, это все его. Тут не поспоришь. Ух ты, ух ты. Ничего себе у него там, ребят. Все серьезно. Вот мы и сравнялись с ним по здоровью. Мне либо хиляться сейчас самому, либо хилять помидорку. Я вот не знаю, как лучше сделать. Либо вставлять галактический подснежник, подсолнух этот. Ну... Я, наверное, все-таки сделаю вот так. И вот так. Зря, наверное, как-то сюда поставил. Сейчас бомбанет этой подошвой своей, да? А вон он что делает. Так, ну блок сработает в любом случае. Давай так сделай, фикси. Сейчас ударим ему в лицо на семерочку. А, на девяточку даже. Этого можно убрать. Но он на танцорах, ребят. Курабочек, интересно, будет у него, нет?
Так, 4 и 3, да? Твою налево, блин, что ты делаешь, Рэй? Ну нафига ты так сделал? Ну ядрен матрен. Ну. Я не знаю, кто там у него. Тьфу. Ну, допустим. Допустим. Ей все равно тоже крышка, ребят. А, вот ты как. Ну, все равно это и крышка, ребят. Так, два в лицо. Четыре тут получим. Эту мы уничтожим. Пакость. Еще будет могилоед? Ой, могилоед в надгробии. Еще будет, ребят, надгробие у него. То, что надо. То, что надо, друзья мои. Теперь давай смотреть, что получится у нас из этого. Два в лицо, три в лицо, пять. Это получается ему хана. Не помог ему зомби в субмарине. А мы, ребят, с вами переходим на 39 ранг. Ну, как ты видишь, мы все равно неспешно с вами играем. Одну точку не рвем. Играем спокойно, размерно, иногда даже на... как-то на релаксе, да? Так, давай попробуем посмотреть, что у нас тут в сюрпризе спрятано. Что-то... Что это здесь произошло? На поле боя не стало... А, на поле боя все стало шиворот на выворот. Держитесь. Шиворот на выворот. Это что? Что за намеки? Так, ребят, я за Нептус играю. Угу. Ну, я тебе говорю, ребят, на Нептусе... Вот спортивная... Колода. Так, нечего мне тут пока делать. Тут два ландшафта. Водяной здесь у нас. Ну, если я, например, так вот сделаю. Он этих гарликов выставляет. Ну, давай этого сюда. А, их можно... Нет, сюда поставим. Пускай. Так, он их что, хотел прокачивать через орех? Мне об этом намек идет. Давай глянем. Ох ты. Давай я так сделаю. Чего? Твою налево. Блин, тренер-то будет у нас сегодня или нет? Сейчас посмотрим, что он там поставит. Ой, блин. И амфибию, да, сюда. Я, наверное, вот этого уберу отсюда. А блок срабатывает... Слов нет у меня. Дай нормальную карту, пожалуйста, мужик. Ну, хотя бы так. Посмотрим. Это здесь не место. Да ты хоть зауязвимся здесь, я выкидываю ее. Ну выкидывай ты уже ее, поехали.
Арена. Давай, иди сюда. Они же оба перейдут. Фиг его знает. Это не та ребят, которая делает бонусную атаку. Точнее, она, у нее есть безумие, но это не та, которая делает. Ну что? Ага, вот так вот, да? И срабатывает у него защита еще. Вот это вот больше всего мне нравится. И там 100%, ребята, идет защита. Давай, 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 давай. Так. Бум-бада-бум. Потом, наверное, надо сделать вот так. И вот так. Ой. Я не удивлюсь, если сейчас у него будет защита на всех. Хотя он может превратить. Еще и... Вот, 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 друзья мои, я об этом и говорил. Еще и защита у него. Нормальный расклад. Лучше не придумаешь. А карт у меня и нету нифига больше. Ну, давай сюда поставим. Дайте мне еще одного этого. Нет. Тренер, да, значит, у нас идет. И вот так вот. Сейчас посмотрим, что мы можем сделать. Мы ему только 6 в лицо зарядим. Нам нужно будет еще 3 единицы урона нанести. Как их нанести, я не знаю. Да ты заколебал, ну... Оу, у него еще вон кто. На одной единичке погореть, ребят. Ну, я даже не знаю, что сказать. Ну, давай так поставим. Ну, а больше нечего ставить, ребят. Ну, нечего больше ставить. Что я могу сделать? Ну, все, он прикрылся, короче, по всем фронтам. Вся надежда. Нету больше надежды. Но у него также нету карт, ребят. Сейчас 4 в лицо нам. Этого мы пробьем. Этого мы пробьем. Он сейчас будет все делать, чтобы вот этого уничтожить. Хорошо, давай посмотрим. Может быть, что-нибудь нам все-таки да выпадет. Ты специально, да? Уничтожит. Все растения получены -1. Поехали. Двоих сразу. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Вот это была ошибка моя. Твою налево, что я сделал? Все. Ты понял, да, мою ошибку? У него эволюция идет. Эволюция -1 убивает. Блин, а так он делает -1, -1 просто по хпшкам.
даже по силе. Сам я тут тупанул. Ладно, друзья мои, давайте на этом будем сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.